Вот, вышли на тихую охоту за сморчками. Вот какие, уйди! Вот какие сморчки. Отличные. Вообще прям отличные. Вообще отличные. Но это только начало. Только мы зашли в лес. Отличные сморчки. Пойдемте дальше. Искать. Ну, блядь, под свет листьев туда. Ну да, они. Вот они спешим, мы прям на угол выйдем. Отличные сморчки, гохи. Вон они, вон они. Влаги много, воды много. Вот, а уйди! Вот они, вот прям. О. Обалденные сморчки. Грязьку сразу надо срезать. И надо ее домой тащить. Грибница останется. Вот здесь что у нас хорошо? У нас без песка она. Земля просто. А вот где с песком, там отмывать, да, устанет. Вот начало есть. Значит, там их на вырубке вообще море. О, с картошечкой жареха будет сегодня. Отлично. Займемся тихой охотой. По грибы. Влага, хорошо. Обалденная влага. У, Санек их. Хорошие. Прям, ух, прям, ух. Отличные. Это здесь, а там, значит, их будет еще больше. Ну, посмотрим, сейчас пройдем. Чего спешить? Вот здесь их сроду никогда не было. Я тоже, я просто зашел срезать. Вот смотрите, какие они. Ух, 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 красавец. Ух, красавец. Вообще прям. Вообще. Ух. Ух, красавец. Ух, красавец. Отлично. Ух. Ух, их тут. Без ножек плохо. Без ножек плохо. Ну это что, это мы только зашли, у меня уже, блин. У меня уже на отличную жареху. Я слышь, пакет взял. Думал, маленький, а он ё. Из-под этого, что ли? Ну, как раз. Сейчас нахреначим. Подснежнички. Чего, с морчками? Но это самое. Это же, я так понимаю, строчки. А сморчки, они такие. Вверх растут. Чё хочешь? Можешь сразу жарить, они же водянистые. Отваривают. Отличный гриб. Чего хочешь. Вот они, ребята, еще. 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 А он еще спрятался. Ну какие молоденькие прям. Молоденькие. Кто знает, напишите, сморчки это или строчки. Мне кажется, строчки. Мы сейчас, знаешь как, Сань? Сейчас вот эту вот вырубку огинаем туда и обратно по краю этой вырубки возвращаемся. Тище, ребят. Просто красотища. Солнышко. И вот они. Красавцы. Вот они, красавцы. Раз. Вот они, какие красавцы. О, еще. Еще. Ну, какой хороший. Прям с ножкой, прям самые-самые они. Самые-самые. Отлично. Отлично, ребята.
отличная тихая охота. Просто погода, класс. Но только начали. Дня через два здесь будет просто все усеяно. Здесь вырубка была. Года 4 назад ее вырубили. И вот здесь они поперли. Все. Ребят, идем дальше. Ну все, ребят, завершаем мы нашу тихую прогулку. Сегодня вышли просто посмотреть, есть гриб или нет. У нас в Московской области он поздно вылазит. Вот столько вот набрали мы на жарево. Ну так есть кое-где, но маленькие еще, вообще маленькие. Такие маленькие вот вылазят, что они, вот. Вот смотрите, маленький прям, малепусенький. Только скоро этот огород будет весь засеян, я так думаю. О, стою, болтаю, и растет. И растет вот. Под березкой прям. Растет маленький. Вот они только вылазят. Вот. Строчки это, сморчки. Ну пишите, кто знает. Я всегда их называл сморчки, потому что сморщенные. Говорят, вроде строчки. Ух, ребята, вот это я зашел. Ух ты, вот это я хотел завершить свой блог. Но вы посмотрите, что творится. Посмотрите, полянка. Прям, прям не знаю, как будто специально. Под конец уже начал выходить из леса. И мне такой фарт. Такой фарт вообще. О, смотрите какой. Ух ты. Еще. Вот на солнечную полянку нарвался. Посмотрите-ка. Нормально, я уже так. Вот они какие. Но они еще больше есть. Должны быть. Вот они какие. Смотрите, мужики. Но... Фарт улыбнулся нам. Тихая охота. Да я здесь собрал больше, чем... Да я гулял-то всего минут 40. Здесь рядом все. Вот видите? Не, ну вообще, вообще классно. Просто остановился, думаю, чтобы закончить. Ну и вот он присмотрелся. И вот он дальше. И вот еще один. Ух ты. Вот это мне фартануло. Вот он. Этот спрятался здесь за листвой. Ну, так и хороший уже. Солнечная сторона, наверное. Смотрите, какой. Ух. Мясо. Вот это да. Вот это фарт. Ну, бывает такой в грибах, да, ходишь. Я знаю эти места. Вот, смотрите уже. Просто какая кочка. Давайте еще чуть-чуть. Здесь по этому месту. Немножко. Ну, я думаю, сейчас пойду еще. Еще я наткнусь на выход. Нам не осталось здесь немножко. Но вот здесь вот сейчас я прогуляюсь, прочешу. Ну все, ребят, на этом заканчиваю. Как бы было интересно, пишите. Пойду еще обязательно, дня через два. Обязательно пойду. Вот такие вот у нас сегодня дела. Вот такая вот у нас сегодня тихая охота. Всем привет!